1 декабря прошла церемония закрытия Года российского кино в Ульяновской области. Год был действительно удачным для региональной киноиндустрии. Благодаря победе Ульяновской области в грантовом конкурсе Федерального фонда кино на предоставление субсидий для создания кинозалов в малых городах России, к Новому году в регионе заработает 10 новых цифровых кинозалов. Мы надеемся, что в дальнейшем те проекты, а проекты на самом деле очень серьезные, по развитию киноиндустрии в Ульяновской области будут продолжаться и будут успешно реализованы. Не зря мы вошли в топ-10 регионов Российской Федерации по развитию киноиндустрии, что тоже является очень почетным. Как сообщила директор Ульяновский кинофонд Лидия Михайловна Саурова, заслуги Ульяновской области в сфере кино отмечены грантом президента Российской Федерации на съемке документального короткометражного фильма «Кинокластер». Заодно Лидия Михайловна поздравила ульяновскую кинокомпанию «Волга Кино Локейшн» с премьерой фильма «Загадай желание». И то, что сегодня наш ульяновский фильм одновременно стартует в 100 кинозалах страны, не только Ульяновской области, страны, вот это вот главное достижение местных кинопроизводителей, с чем я вас искренне поздравляю. Из рук председателя правительства продюсер кинокомпании Александр Крутов получил благодарственное письмо губернаторам за достигнутые успехи. Ирина Антонова, новости «Ульяновской правды».